В ногу со временем. Запись в объединение Дворца детского творчества через портал «Навигатор дополнительного образования» идет уже третий год. Это информационная система, в которой родители могут посмотреть любую программу, цели, задачи курса, на который планируют отправить своего ребенка, а также выбрать для него удобное расписание и подать заявку. Работа и подача заявлений в «Навигаторе» носят добровольно-заявительный характер. То есть родитель сам принимает для себя решение, регистрируется он в этом портале или нет. Конечно, мы приветствуем, когда есть эта система, потому что сбор данных в этой системе позволяет анализировать систему дополнительного образования и делать ее лучше. Для регистрации на портале необходимо указать адрес электронной почты. Затем в личный кабинет нужно занести данные о своем ребенке. Для тех, кто не хочет вносить персональные данные детей в базу навигатора, предлагают обезличенную регистрацию. Это первый этап подачи заявок. Таким образом, вы нам высказали намерение, что вы хотите, чтобы ваш ребенок с сентября месяца пришел к нам заниматься. Для того, чтобы подтвердить ваш факт намерения, после 25 августа мы ждем родителей, законных представителей ребят, для того, чтобы заполнить бумажные документы. Это заявление необходимое, то есть по форме. Очные заявления на прием в ДДТ будут принимать также после 25 августа. За более подробной информацией о записи в объединении можно обратиться по телефонам 95232 и 95238. В очном режиме еженедельно по вторникам с 16:30 до 17:30 на вопросы родителей будет отвечать директор Дворца детского творчества Светлана Колипанова. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей Саров, 24.